Алексей, добрый день. Я вам сижу, тестирую, проверяю дальше ваши счетчики. Ну, следующие 20 штук, как вы просили. И значит, хотел вас спросить, как вам лучше? Вот такой, значит, вопрос. Вот эти уже проверил, уже видео, ну, видео проверки вам пришлю каждого. И тут уже, ну это я вам самые лучшие из лучших выбираю, чтобы вы понимали и не думали, что все подряд беру. Я вам выбираю лучше, потому что вы попросили, что вам надо с двумя цоколями, чтобы их вставлять. Ну у вас так контакты там ваших приборов. Так вот, вот такие уже заканчиваются. Еще не закончились, но у меня заканчиваются вот на вашей сотне и... То есть они еще есть, но я сейчас покажу, какие есть, а вы скажете, какие вам лучше отправлять. В общем, как-то так. Вот эти уже выбрал, вот самые идеальные со всех. Они без фольги свинцовой и ну, с двумя цоколями и рабочие в хорошем состоянии, без повреждений, там, без вмятин сильных. Значит, сколько их? Это у вас 30 штук таких, значит, будет. Дальше уже пошли у меня вот такие. Они тоже идеальные, без повреждений, ну, без сильных вмятин, потому что они завернуты в фольгу свинцовую. Причем толстые. Здесь примерно где-то 10 грамм свинца в каждом. Может больше, в каждом счетчике. Его можно смотать, отклеить и сдать на металлолом. А можно так оставить, так счетчик защищен, даже если он упадет, то вмятина не появится. А если такой упадет, то будет маленькая какая-то там точечка, вмятинка. Маленькая не влияет, а большая вмятина, она может повлиять. Ну, надо уже на дозиметре тестировать, смотреть, ну, насколько отличаются работа параметры от паспортных его характеристик. Так вот, есть такие с фольгой. Вам что лучше? Вот такие с фольгой замотанные. И она здесь оловом запаяна. То есть ее надо разрезать лезвием и размотать. И потом в конце она там тоже на полосочку клея посажена. Либо этого не хотите делать, ну тоже с двумя цоколями. Если вам нужен товарный вид, чтобы было видно вот металл, вот эти ребра жесткости, я же не понимаю, что именно вам нужно. Лично я для себя предпочитаю вот такие счетчики без цоколей, потому что они короче намного, влазят в более маленький дозиметр, на них даже брелки делают, самодельные дозиметры. А этот не влазит, он огромный, вот какой... Насколько больше, сейчас покажу. Вот разница. Ого-го. Ну, сильно. Так вот, есть вот такие для вас. Они, вот они. Но они без цоколей. Но зато они без фольги, без клея. Они без вмятин больших. Вот, красивые, в хорошем состоянии. Хороший товарный вид, даже если, ну, в коллекцию. Проверенные, тоже рабочие. Все классно с ними. Вот они. Вот такие могу вам сделать, ну, выбрать. Либо могу вот такие с двумя цоколями, ну, с фольгой. Вы смотрите сами по себе, мне разницы нет, что этот счетчик, что этот, они мне одинаковые, потому что работу делают одинаково, а внешний вид... Это, ну, не показмод, потому без разницы. Так вот, скажите, что вы думаете насчет вот этих? Надо вам такие или нет? И насчет вот эти со свинцом, что я говорю, есть так как вы хотите, с двумя цоколями, но они свинцом замотаны, вот как видите. Их надо, ну, я их разматывать не буду, это очень долго и тяжело, и потом остается там на них еще вот этот клей, остатки фольги. И вот такое. Так, либо так устанавливать сразу в дозиметр, либо вы будете отдирать эту фольгу. Есть без фольги, я бы сказал, конечно, лучше брать без фольги, потому что товарный вид красивый. Ребра жесткости, вот они, их видно. Металл, нержавейка, блестящая, без ржавчины, все красиво. А свинец, он, кстати, окисляется.
Вон, вот какое делается. Сейчас покажу. Плохо видно сейчас. Так, вот. Этот свинец превращается вот в такую штуку. Какие-то окислы свинца. Наверное, потому что он очень тонкая, эта фольга. Она там в несколько микрон толщиной. Ну, намного меньше миллиметра. И она вот матовая уже сыпется, мажется. Вот, облетает вот осколки с нее. Ну, то есть, не очень так презентабельно, красиво. А здесь вообще вот гниет она, я не знаю. Вот, рассыпается прям. Не знаю, может это от влаги, от воды. Ну, вот, хорошо видно, вот уже руки у меня грязные, сыпятся. Потому, а вот эти, они хорошие. Ну, красивый товарный вид, сами видите, вот, какая красота. Эти такие, я показал, со свинцом не очень. Есть со свинцом, вот, с одним цоколем тоже. Вот один цоколь есть, а здесь штырик припаивать сразу. Это плюс припаивать, а минус цоколь ставится тоже в фольге. Либо с двумя цоколями в фольге, либо вот без цоколей, ну, в этом. Красивый вид, без всякой грязи и все. Вот эти с одним цоколем, к сожалению, тут они отбракованы. У меня подписано все, потому что я очень детально проверяю и всем честно говорю. Вот видите, у меня подписано все, завышенные показания. А, это сюда. Ну, то есть, в этих есть выработка, вам я их не могу предложить. Вот в эти хорошие, у них выработки нет. Я их проверял на дозиметрах, причем разных, на трех разных дозиметрах проверял. Этих тоже нет выработки, тоже хорошие. Вот, ну, есть, с этими есть нюансы, я вам должен сказать, так как я честный человек. Не знаю почему, но вот эти с фольгой, они, наверное, делались для дозиметров и... видно, так и не применили, там, не знаю, СССР развалился или что, и они так и остались. И они у меня, вот что я заметил, вот так лежит, допустим, 100 штук, прошло 3 месяца, у меня не было, я их проверил, они работали 100 штук на дозиметре, все, приезжаю, снимаю видеообзор уже для человека, потому что, ну, ему надо выслать, показать, что каждый работает. И среди них уже там 10 штук не работают. То есть они просто лежали у меня при плюс 20 градусов, в комнатной температуре, все нормально. Никто их не трогал, они умерли сами по себе. Такое я замечал пока что только вот с этими, со свинцовой фольгой. Ну вообще за всю жизнь такое было с любыми, и с такими, но именно вот с этой партией, вот такая тенденция и есть, что они сами по себе могут умереть. Я не знаю причины. Ну, не, ну причину я знаю, потому что им 30-40 лет. Их уже, ну, они все со времен, с 90-х годов, со времен СССР. Есть современные, кстати. У меня есть один счетчик, вот такой. Без цоколей, он называется SBM-20-1, и он 2021 года выпуска. Вот, ну, конечно, цена вам не понравится, которую завод за него хочет. Вот, но он новый, да, и он по гарантии столько лет там прослужит, как в паспорте написано. А вот эти все, им по 30 лет, но зато они дешевле. В сколько там, в 10-20 раз. Так вот, скажите, какие вам? Вот эти, без, чистенькие, красивенькие, рабочие без выработки, без грязи, клея, без свинцовой фольги, без цоколей.
проверенные, все классно с ними. Просто припаяли в свои приборы, вот торчит проводочек для минуса и с другой стороны для плюса. Припаяли, все работает. Либо вот такой с двумя цоколями, либо вот с одним цоколем в фольге. Тоже рабочие, проверенные без выработки, но что-то у меня их издохло пару десятков штук от времени. Ну, не знаю, за пару месяцев, не помню сколько. Либо. А, ну это те же самые, да. То есть, либо такие. Скажите, какие вам лучше и отправлю. Вот, потому что вот эти все 30 штук я уже вам все отложил. Все, они уже вот такие закончились у меня. Не, они есть у меня. А, да, да, третий вариант. Либо вот такие, без свинцовой фольги, без клея, без грязи, с двумя цоколями. Но в них уже там вмятины идут. Ну, то есть есть вмятины. Я вам выбрал хорошие. Вот, без там существенных повреждений, ну там мелкое, если посмотреть под лупой, то по-любому что-то найдется, они перевозились, бьются друг об друга, но все, которые остались вот такие же у меня, я вам не могу дальше ставить в посылку, потому что там вмятины есть большие, сейчас их покажу, где они. Заклеен ящик. Позже покажу. Ну, в общем, там вмятины такие, ну, прям большие. Прям кто-то так продавил пальцем, и там уже катод может касаться анода. Ну, то есть так близко, так сильно их сожмякали. Так что выбирайте среди этих вариантов. Я вам каждый проверю. Вот. Как вам лучше, так сделаю. Вот, значит, что еще? Есть еще нерабочих много, если хотите. Нерабочие для декора, может. У меня только один человек, он берет для декорации, он делает там эти люстры с этих счетчиков, подвешивает. Один счетчик весит 4 грамма, я весил. 4-5 грамм. Подвешивает и делает эти висюльки, которые бьются об двери, когда кто-то заходит в магазин. И вот всякими там бусинками и это. Ну, оно ретро такое получается. Винтажное, да. Ну все, жду ответа вашего. Спасибо вам.